Назара Вісьмовка олімпійського спорту. Да. І виявилося, що тут проходить, як вибирався прапороносець з нашої збірної. Це було рішення. Как правило, в самом деле там за час, за два нас привозят. Они там будут ехать мерзнуть, а я буду лежать на диване на все это смотреть. Они молоденькие, и очень сильно хотелось бы, чтобы у них у всех получилось. Но выйдя из Кременца, тем более ребята все со Львова, Львовской области, Тернополя, на 6 виражах, 7 виражах в Кременце, и плюс это Корея, где все усовершенствовано, все там... Да у них глаза разбегутся. Они сначала дней пять будут приходить в сознание, где они находятся. Это были, но не в олимпийской же деревне они были. Они были вокруг, они видели трассу. То есть, да, ну и на трассе там тоже, там столько капканов, там с финиша до старта дойти проблемы. Там кучу капканов ставят, все эти полицеи стоят, чтобы никто в эту трассу из туристов не залез. И ты с этим бейджиком ходишь, показываешь, я смотрю. Ты хочешь заглянуть, а все тебя орут по громкой. В трассу не лезь. А как же не лезь, если надо посмотреть этот контур, если этот радиус надо посмотреть. И там такие... Им это еще все пережить надо. Хочется, дай бог. И хочу, чтобы они выиграли. Хочу. Выиграли, не выиграли, но в тройку хочу, в шестерку хочу, в десятку хочу. Они то, что они уже туда попали, это круто. Если учесть, что эти очень сложно квоту эту, да, то эти молодцы. Как ни крути, молодцы. Что такое санный спорт? Мы в холодильнике видим снег. Ну, благо еще позавчера был, видели, что такое, да. Ну, его ж уже нету. А это санки, это постоянно. Если мы не катаемся хотя бы неделю, все, это, оно не забывается, конечно, но оно притупляется. Тебе надо постоянно кататься. У нас при СССР было около 300 километров наката. А здесь в лучшем случае сотка будет уже хорошо. Но этого мало. Это малый опыт. Так что пусть выиграют, хочу.